Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сипюр Марина. Я активный партнер проекта «Экспресс Карьера». И в данный момент нахожусь на уровне 9%. Верю в то, что я все-таки покорю вершины нашей лестницы успеха. И вот сегодня я бы хотела рассказать о том, какими продуктами из Oriflame основными я пользуюсь. Пользуюсь я и моя семья. Вот. Итак, первый у нас такой гель для душа, называется Discovery, из серии Discovery. Сам гель называется Miami Spirit. У него очень приятный такой цветочный аромат, не сладкий, не приторный, вот то, что надо. Для тех, кто не любит приторные ароматы, этот гель вот я рекомендую. Следующее. Очень нас радует, очень мы любим зубные пасты OptiFresh System 8. Система 8. Они отбеливают и защищают нас от кариеса и от всех проблем, которые могут возникнуть с зубами. Я всем рекомендую пасту из серии OptiFresh. Вот. Также мы следим за своей кожей. И очень хорошие крема из серии Optimals. Вот, для возраста 30+. Дневной крем, ночной точнее крем и вот этот дневной крем. Очень нас радует, избавляет от всех морщинок, первых проявлений таких на коже. И поэтому мы приобретаем данные крема. Очень хороший крем вокруг глаз. Вот для кожи вокруг глаз он нас избавляет от гусиных лапок, от первых их проявлений, поэтому я также рекомендую для тех, кто находится на данном возрастном этапе, крема из данной серии. Также такие блески для губ от Oriflame Power Shine. Такой очень красивый цвет, не яркий, не броский, то, что надо для тех, кто не любит такие очень яркие варианты макияжа. Следующий крем из серии Girls. Тоже детский, такой летний, интересный вариант, клубничный, очень приятный аромат, но я думаю, вы можете себе представить. Следующая тушь для ресниц из серии The One Eyes Wide Open. У нее очень красивая кисточка, такая вроде как спиралевидная, тоненькая и к концу утолщенная, можете обратить внимание. Реснички наши подкручивает, удлиняет, придает объема. Поэтому я рекомендую всем девочкам тушь из данной серии. Вообще серия Ван является наиболее такой хорошей. Мне, например, она очень нравится. Следующая тушь также из серии Ван 5 в 1. Это водостойкая тушь. Она также наши реснички разделяет, удлиняет, придает объем, пышность. То есть то, что надо девочкам. Очень интересная у нее щеточка. Снизу такие тоненькие ворсинки, сверху чуть потолще. Обратите на них внимание, что дает нашим ресничкам такой изгиб и пышность. Помада из серии также Вуан. Очень хорошая, мягко ложится на губах. Вот, не утяжеляет губки. То есть то, что надо. И очень хороший такой бальзам для губ Love Natural. Клубничный аромат, вот девочки и мальчики, конечно, кто покупает косметику своим девочкам, я рекомендую блески из данной серии, потому что у них очень приятный запах, они очень долго держатся на губах, они увлажняют наши губы и не дают возможность им пересыхать. Спасибо большое вам за внимание, мне было очень рада предоставить ту продукцию, которой пользуюсь я и моя семья. И я очень надеюсь, что вы станете нашими активными партнерами, и мы, конечно же, встретимся на банкете директоров. Успехов!